В сентябре возросло количество наездов на детей. Водитель сбил пешехода, который переходил улицу в неположенном месте. Молодой человек попал под колеса автомобиля, внезапно выбежав с обочины. Автомобиль по дороге всегда едет быстрее, чем ее переходит человек. Поэтому лучше потерять время, но дойти до пешеходного перехода или светофора и продолжить свой путь в безопасности. Сэкономленные 2 минуты могут стоить вам всей жизни.